Проведение летней оздоровительной кампании идет полным ходом. С 1 июня свои смены открыли летние лагеря, ход работы которых проверили депутаты районного совета депутатов. Выездная комиссия посетила несколько школьных лагерей дневного пребывания, а именно Серковскую, Огудневскую, Медвежьеозерскую среднюю школу и Щелковскую школу номер 16. Всего же на территории Щелковского района работает 26 лагерей дневного пребывания. В них отдыхает более 1500 школьников. Также в рамках выездного заседания депутаты осмотрели загородные лагеря «Юнармеец» и «Лесная сказка». Особое внимание уделили вопросам условий организации досуга и питания. В нашем Щелковском районе началась летняя оздоровительная кампания. Мы проверили состояние наших лагерей, загородных лагерей и лагерей с дневным пребыванием. Посмотрели, как с детьми проводится организованный досуг, как осуществляется их питание. В общем, депутаты остались довольны. Наши муниципальные лагеря содержатся в хорошем состоянии. В этом году были вложены бюджетные средства для проведения ремонтных работ. Первая смена лагеря «Юнармеец» в разгаре. На сегодняшний день здесь отдыхает 315 ребят. Для комфортного пребывания школьников был проделан ряд работ в период межсезонья. Проведен косметический ремонт корпусов, закуплен игровой и спортивный инвентарь. За лето текущего года лагерь примет ребят из Щелковского района, Москвы и Московской области и других регионов. Также пройдет международная смена. «Юнармеец» вновь примет ребят из городов-побратимов Щелковского района. Стараемся детям дать максимально возможный интересный досуг, чтобы им не было скучно оздоровить. Мы ведем сейчас, принимаем участие в пилотном проекте по оценке эффективности оздоровлению детей по всей Российской Федерации. Это пилотный проект от Министерства социального развития Московской области. Каждый день мы ведем дневник здоровья у каждого ребенка, заполняем это в систему и оцениваем эффективность нашей работы. Открыл первую смену и лагерь «Лесная сказка». В этом году он встретил детей обновленным. Был проведен капитальный ремонт душевых, пищеблока, также преобразился актовый зал, появился новый занавес. В настоящее время в лагере отдыхает 150 ребят. Всего же в рамках летней оздоровительной кампании в «Лесной сказке» юнармейцы отдохнут более 1700 школьников. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».